давайте споем. Мы стоим, пойдем. Серега, ну что стоим, как видите? Они чокнутся. Чокнутся. Радио счастья вам. И оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастье поделись с другим. Нужный женский коллектив. Тихо! Вышел трудиться и прибирать территорию. И сейчас передаю слово Кристине. Алло. Здравствуйте. Мы хотим бы передать привет всему нашему марш-заводу, всем нашим начальствам, директорам, а в особенности Александру Григорьевичу Рожкову, которого мы очень уважаем и любим. И благодарим ваше радио «Шансон» за ваш выезд, за то, что вы такие активные. И нас так отблагодарили. Мы подаем самый главный привет нашим главным начальникам Прохорову Вячеславу Михайловичу и Кутыркину Андрею Владимировичу. Мы их тоже очень любим. Никогда, видит Бог, я не буду, если что-то не так, вы простите меня. Ушли без меня. Письменниками осталось главное. Дайте его отточек. А еще надо что? Да? Да запросто. Ну? Кристина. Я уже звонила. Уже звонила. Поем. Она уже Катерина. Чтобы все были здоровы. Вот, сейчас показывайте песню. Букет из белых роз. Любовь здесь в каждом Лебедске. Букет из белых роз. Такая нежная к тебе, букет из белых роз. Достойна ты любых красот, кто любит, тот меня поймет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы участвуете в субботниках, ребят? Но мы уже участвуем в своих предприятиях, в наших определенных субботниках. Все сделали, помогли своему городу, все сделали хорошо. Желаем вам удачи в вашем субботнике. Спасибо вам.